Здорово! Вот недавно вышел новый клип Ларина, текст песни, и очень, ну очень многим он понравился. Даже Соболев сказал, что он норм, но Джарахов сказал, что клип не очень, мягко говоря. Ну ладно, ладно. Так давайте сравним клип Ларина, текст песни, и клип Джарахова, блогера, и разберем их. Итак, сначала прошу Ларина. Раньше тачки мыл, валил лес, не ждал чудес. Был беден, пил спирт, бил лица, носил крест. Потом то ли врубился, то ли убился и воскрес. Ютуб, спасибо, но я углубился, тут пиздец. Делаю мемы, это фейм или фейлы, но есть проблема. Я лидер мнений, мне верит часть тех, кто и не жил толком. Не так важен успех, цель не быть подонком. Но мразь нагло штампует грязь. Ой-ой, их рабы в школе. Мразь нагло штампует грязь, ой-ой, мозги в коме. Дразнят как могут понтами поклонников, а мне дался хайп не просто, весь мозг в пробоинах. Не кидаю в клипах кэш в шкур в угоду школьникам. У меня нет купюр, все давно в биткоинах. Текст песни не весело, но честно. Текст песни вместо лести и мести. Текст песни не весело, но честно. Это текст протеста, текст манифеста. Мой мир, война миров. С собой и с королями понтов. Мой мир, война миров. В вашем мирке наломаю дров. Ларин снова злой, правы дважды. Как можно быть добрым, видя их труды? Ларин снова злой, это важно. Я закипаю, можно воды? Чтобы фэн кем-то стал, развивай мозги сам. Я начал сжечь свою серость, вы пошли по головам. Нам держать ответ, идолы, за племя спиннеров. Вам тупость выгодна? Значит, нет у меня выбора. Их профиль, смех, вектор, дети. Профи к нам пришли поиметь денег. В топе телек всех имеет на рейтинг. Но верю, это поколение еще все здесь изменит. Текст песни не весело, но честно. Текст песни вместо лести и мести. Текст песни не весело, но честно. Это текст протеста, текст манифеста. Мой мир, война миров. С собой и с королями понтов. Мой мир, война миров, в вашем мирке наломаю дров. Мой мир, война миров, с собой и с королями понтов. Мой мир, война миров, меняйся или жди звона оков. Текст песни не весело, но честно. Текст песни вместо лести и мести. Текст песни не весело, но честно. Это текст протеста, текст манифеста. Хорошо, а теперь Джарахова. Рэперы говорят, что блогеры лезут к ним в рэп. Сука, я не согласен с этим. Йо! И каждый рэпер, 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 рэпер лает, что он крут, но они лезут, 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 лезут на ютуб. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать потом. И каждый рэпер, 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 рэпер лает, что он крут, но они лезут, 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 лезут на ютуб. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать потом. Шутки кончились, мы переходим к действиям. Рэперы стали блогерами, мы этого не приветствуем. Я поднимал культуру, когда не было версуса. Сквозь слезы, пот и боль делал песни про пенисы. И беда это не то чтобы велика, но ребята вы попутали берега. Рэпер не имеет права предъявлять творцу, а тем более автору елдака. Вы пишите в твиттер многое, там диалоги, демагоги. Как же обидно, наверное, понимать, что каждый из вас это микроблогер. Кто-нибудь объясните мне, что за Big Russian Ghost? Все его шоу один большой бородатый анекдот.
Рэперы забыли про падики и районы. Каждый начал читать про какой-то там свой блог. Видеоблог, что ли? Ребята, вы заигрались. То, что мы по-доброму посмеялись над Версусом, это еще не значит, что у вас есть карт-планш на свинство. Мне, как уважаемому в русском видеоблогинге человеку, крайне неприятен тот факт, что аморальные рэперы приравнивают себя к культуре, которую мы поднимались с 2010 года, когда не было Оксимирона с разговорными видео на 50 минут, не было Рики Ф, Басты и Шока с перископами. Я писал песни про дерьмо, потому что я любил это дерьмо. Сука. И каждый рэпер, 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 рэпер лает, что он крут, но они лезут, 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 лезут на YouTube. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать поту. И каждый рэпер, 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 рэпер лает, что он крут, но они лезут, 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 лезут на YouTube. Им надо денег, лайков, фейма, хайпа. Нет, ребята, это вряд ли. Вы не заслужили рекламировать поту. Кто бы что ни говорил, важно помнить одно. Ларин, чушка ебаная. Ты знаешь. За что ты просишь прощения? Я извиняюсь за то, что... Обещаю ему дать за то, что так просит. Я извиняюсь за то, что влез в вашу культуру без разрешения и все испортил. Ты все испортил, понимаешь? Ты нас всех достал. Мы тут строили, строили, и, наконец, построили. Простите. Дай 5. Так. Ну, а теперь разберем их немного. Оба клипа выглядят просто шедеврально. Понимаете? По 10 из 10, как Ларину, так и Джарахову. Далее, к тексту, исполнению, непосредственно музыке и прочему относящемуся к звукам. Сложно судить, ведь по аудио части клипа достаточно разные, но лично моя оценка. Ларин 10 из 10, Джарахов 8 из 10. Так, тихо, 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 не кидайтесь меня тапками. Сейчас объясню, почему так. Просто после того, как я посмотрел клип Ларина, я сразу же захотел пересматривать его. И пересматривал. И пересматривал. И пересматривал его. После просмотра клипа Джарахова я такой, ну, круто, здорово, да, ладно, все. И желания пересматривать у меня его не было. Вот и все. Если посмотреть по просмотрам, то побеждает Джарахов. Но просмотры — это еще не оценка самого видео, да и у Джарахова клип раньше вышел. Просмотры Ларина — это 2,5 миллионов, а у Джарахова 24 миллиона. Да. Лайки. Ларин 265 тысяч, Джарахов... 1 миллион. Красава вообще. Дизлайки. Ларин 27к, Джарахов 40к. Получается, что на клипе Ларина, кстати, примерно 11% посмотревших поставили лайк, а у Джарахова получается, что примерно 4% посмотревших поставили лайк. Выводы делайте сами. А хотя знаете, какой клип самый идеальный, который на все века и поколения? Я вам его покажу. Он идеален во всем, и к нему комментарии не нужны. На чем я удаляюсь, а вы смотрите клип. Или не смотрите. Мне все равно. Алло. Дина. Алло. Я сейчас приду. Разрешите прикурить? Мягкое кресло, плетчатый плед, не нажатый вовремя.
ослепительных снах. Группа крови на ругае, мой порядковый номер на ругае. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Ребята, еще хотите? Ну ладно. И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Не остаться в этой траве, не остаться. На этой оптимистической спортивной ноте мы и закончим наш фильм.